Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем интервью генеральному директору ТО «Казахгазеттері» Дихану Камзабекулу дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем. Работа по развитию экономики страны ведется по двум основным направлениям. Первое – масштабные промышленные проекты. Предполагается привлечь к этому крупных инвесторов. По второму направлению будет проведена реформа по всем отраслям экономики. Экономическая конъюнктура в мире, безусловно, влияет на нашу страну. Но любые сложности всегда открывают и новые возможности. Правительство должно иметь детально просчитанный план действий с учетом всех возможных вариантов развития событий. Важно, чтобы все меры по стимулированию экономического роста сопровождались структурными реформами, направленными на развитие предпринимательства и конкуренции, защиту частной собственности, обеспечение справедливости и правосудия. При таком подходе мы добьемся всех поставленных целей, в том числе и по удвоению объема национальной экономики в намеченные сроки.